Еду по взлетке Нивенская, аэродром Нивенская, немецкое название ЕСАУ. Ну тут, кстати, разметка есть, что интересно. Разметка нарисована. Стыки такие не очень, конечно, ровные. Ну, в принципе, самолет легко может приземлиться, типа кукурузник. Вот только непонятно, почему Ан-2 местный не летает, ДСАФовский. Полоса вся расчищена полностью от всех растений. Когда я здесь был последний раз, здесь все было заросшее. Трава, деревья. Сейчас все это вычистили, капец. На всю длину полосы. Ну-ка посмотрим, там кто-то догоняет на моцике здесь. О, вот такой эндурик какой-то несется.